Ибо я никак не могу переступить слова своего, ибо как написано: просите мира на Израиля, просите сынам Израиля миру. И когда будет молитва вас эта на устах, вы тогда увидите, как мир придет на земли ваши, как миром наполнится вся земля, так отвечает ныне Дух Святой. Ибо встревожилась вся вселенная от того, что нету этой молитвы. Народ мой забыл об этом молиться. И когда вы будете просить мира на Израиля, увидите, какой мир придет на земли ваши. Молитесь за народ Белоруссии. Молитесь, дети мои, дабы пришла моя рука мира на эту землю, дабы не восторжествовал враг, так отвечает ныне Дух Святой. А есть те, которые сегодня переживают и говорят: Господи, а дети наши родные в Америке, благослови землю Америки, просите, дети мои, но прежде чем просить мира на этой земле, просите мира в Израиле, и тогда увидите, что мир мой наполнит землю, так отвечает ныне Дух Святой. Аминь.